Слушай, у меня вчера собака ночью запрыгнула на кровать и отняла подушку. А мне вчера, смотри, какую красивую игрушку купили. Такая мягкая. Повезло. Эй, нас уже снимают. Всем привет. Вы на канале «Где мои дети?». Меня зовут Женя, а мою сестру зовут Вика. Сегодня мы будем делать с вами подставку под карандаши. Мы ее назвали таксой. Для этого нам понадобится термопистолет. Втулки от туалетной бумаги. Коричневая и желтая бумага. Ножницы, черный фломастер, простой карандаш и клей ПВА. Я включу термопистолет. Я нарисую морду собаки и лапы, а ты, Женя, вырежешь ухо, нос и хвост. Хорошо. Держи. Я беру все втулки, кроме одной. И склеиваю их. Я вырезаю лапу. Третью приклеиваем. Сейчас второй раз вводим эту лапу, потому что нам понадобятся две лапки. Передняя и задняя. У меня тоже мордочка собаки и две лапки готовы. Вика, давай ты пока приклеишь морду на эту втулку, а я нарисую коготки на лапках. Давай. Держи. Лапки мы приклеим на клей ПВА. Вика, дай, пожалуйста, клей. Держи. Спасибо. Подравниваем мордочку собаки, чтобы было ровно. Хвостик мы приклеиваем на термоклей. У меня очень милая собачка. Ой, какая ляпочка. Приклеивай носик. Приклеил. А у нас вот такое тельце получилось. Сейчас мы приклеиваем морду собаки к телу. Вот такая собака у нас получилась. Такую поделку смогут сделать даже самые маленькие дети. Не пропускайте наших новых видео. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. И до новых встреч. Пока!